всем или добрый вечер, смотря в какое время вы смотрите. Меня зовут Светлана Яскелянин. Я работаю кантором в лютеранском приходе в Лиету. Лиету находится в 15 километрах от города Турку. К сожалению, в нашем приходе, в нашей церкви, церкви Святого Петра, сейчас идет ремонт. И поэтому мы с вами находимся в другой церкви, не в Лиету, а в городе Турку, в церкви Святой Марии. И вот перед нами орган, с помощью которого мы, значит, немножко сегодня по верхушкам, скажем так, пробежим и познакомимся с органом. Да, кто такой кантор? Наверное, в двух словах еще можно сказать, что человек, который, в общем-то, заведует, что ли, всей музыкальной жизнью при общине. Канторов может быть несколько, так же, как и нас, то есть я не одна в Лиету нахожусь. Значит, кантор играет на богослужениях, на венчаниях, на похоронах. Кроме игры на органе, нужно уметь играть, конечно же, на фортепиано и желательно еще на каких-то инструментах. И, в общем-то, очень важное значение имеет вокал для органиста, тоже так, как приходится петь одновременно во время игры. Дальше. Перейдем непосредственно к ознакомлению с органом. Что же это за инструмент? Немножко углубимся в историю, но начнем, пожалуй, с того, что к какой категории инструментов орган относится. Его называют клавишно-духовым инструментом. Почему? Потому что, если мы посмотрим, каждый орган имеет у нас клавиши. И также его можно в этом смысле сравнить, например, с роялем или фортепиано, или пианино, как мы в простонародье говорим. Но также главное отличие органа от всех других инструментов, еще, пожалуй, кроме клавиш, он имеет трубы. И вот это как раз и делает его таким неповторимым и, в общем-то, очень интересным инструментом. Естественно, большое количество находится, огромное количество разных деталей в органе, и у нас бы ушло, в общем-то, очень много времени, если конкретно с каждой деталью мы будем глубоко знакомиться. Но если поверхностно, то значит мы можем начать вот как раз с того, что орган имеет, кроме одной клавиатуры, он может иметь их много, и количество клавиатур насчитывается до 7. 7 клавиатур можно найти в таком концертном зале, который находится в Америке, Атлантик-Сити город. Там этих мануалов, клавиатур, клавиатуры называются мануалами, их там насчитывается 7 штук. Здесь, как мы видим, их 2. Значит, другая отличительная особенность как раз от фортепиано, это еще то, что кроме ручных клавиатур у органа имеется и ножная клавиатура. И там точно так же расположены клавиши по полутонам, как обычно. Если, опять же, самый важнейший элемент органа, это, пожалуй, у нас меха. Почему меха? Потому что вот сколько бы я сейчас ни нажимала на клавиши, ничего не происходит. То есть звук, в общем-то, не рождается, как ни странно. Но вот если мы сейчас возьмем, и я поверну вот ключик здесь, мы услышим звук. Это у нас включился электрический насос. И вот воздух, нагнетаемый электрическим насосом, он подается из мехов к трубам. Вся эта очень сложная структура называется трактурой, в принципе. Их также очень много разных трактур. Есть механическая, есть пневматическая, есть электрическая или электронная. Но опять же, вот сейчас я нажимаю на клавишу, все равно не происходит ничего, никакого звука нету. Только тогда, когда я открою определенный регистр, только тогда, вот теперь уже у нас появится звук. Thank you.
что такое вообще регистр? Регистр – это ряд труб, расположенных, в общем-то, на одном уровне, и у каждого регистра есть свой тембр, то есть своя окраска звука. И принципал – это в переводе с латыни означает главный, можно сказать, хозяин в этом доме, в доме в органе, где множество труб являются как бы жильцами, можно и так сказать. И вот как раз вот этот принципал, его, в принципе, не найти ни в каком другом инструменте. То есть по тембру он отличается от всех других инструментов. Но как раз-таки в органе множество других регистров, которые имитируют звучание различных, в том числе таких инструментов, которые находятся в симфоническом оркестре. Вот у нас здесь, например, имеются такие регистры, которые, пожалуй, могут быть в симфоническом оркестре, как фагот, но это находится у нас педали, и звучит он так. Вот. Потом у нас имеется такой регистр, как обое, ну то есть гобой по-русски. Есть такой инструмент, как гамба. Барочный инструмент во времена барокко. Использовался. Очень много обычно в органе используются регистров, которые имитируют различные флейточки. Вот, например, здесь имеется у нас траверс флет нименен. По имени траверс флет. Потом имеется у нас здесь спицфлют. Что же здесь еще мы такого интересного найдем? Есть такие, ну конечно же, рорфлют. Более мягкие по звучанию. Потом есть такие регистры, которые уже... Значит, кроме основных тонов в органе имеются, они измеряются футами, то есть 8-футовый принципал, он всегда должен быть в органе присутствовать 8-футовый, это основной тон. А потом имеются обертоны или унтертоны, то есть делятся на другие тоны, этот основной тон делится. Имеется также, например, микстур, по названию, который умножает вот этот основной тон и делает из него прямо из одного звука. В одном звуке как бы находится уже много звуков, чуть ли не целый аккорд. То есть вы поняли, что могут на самом деле имитироваться различные музыкальные инструменты, а также могут иметься и какие-то очень интересные другие тембры находиться в органе. Все это зависит, конечно, от размера органа. Вот этот орган у нас в церкви Святой Марии довольно-таки маленький, можно даже так сказать. Но имеются органы, в которых 455 регистров, например. Здесь всего лишь 22, не считая тремоло. Тремоло будет 23-м. Но тремоло – это у нас вибрация звука. То есть, например, вот возьмем сейчас, сыграем вот так. Добавим тремоло, и будет звучать немножко... То есть немножко звук будет как бы вибрировать.
потише. То есть я использовала сейчас так называемый шкаф, который, педаль вернее, который уменьшает громкость звука или наоборот дает ей расти. То есть вот он, вот сейчас мы возьмем какой-то аккорд, хотя бы, например, такой. Вот он с закрытым шкафчиком, а теперь шкафчик открывается. Звук усиливается. Вот есть такие, то есть здесь тоже интересные. Мне нужно было вам рассказать о том, когда же у нас возник первый орган. Первый орган, в котором вот был всего лишь один регистр, принципал назывался который, вернее, название свое он, скорее всего, получил потом попозже, но первый орган был изобретен древнегреческим инженером Ктесибием. Это было во втором веке аж до нашей эры, и этот орган называли водяной флейтой. Почему водяной флейтой? Потому что, в общем-то, Ктесибий наблюдал за тем, как музыканты долгое время играли на таких флейтах, которые назывались флейты Пана. Они имели очень много трубочек, и эти трубочки постоянно увеличивали в размере для того, чтобы как-то усовершенствовать этот инструмент, чтобы сделать его звучание побогаче. И вот в конце концов эта флейта Пана, она настолько была уже огромная в размере, что музыкантам было тяжело играть на ней, и поэтому Ктесибиус решил усовершенствовать таким образом, что он прикрепил сначала один поршневой насос, потом второй, а потом еще. Вот. И таким образом появился первый орган, то есть прародителями, можно сказать, у нас была флейта Пана и вавилонская волынка, где как раз присутствовали меха. То есть вот глядя на эти два инструмента, Ктесибиус решил изобрести свой инструмент. Такой инструмент, кстати, эту водяную флейту или водяной орган можно увидеть в Будапеште. Если вы когда-то будете там, то я советую сходить там в музей, и вы можете ознакомиться. И дальше, если по истории идти, то где-то в IV веке органы с этого момента стали усовершенствоваться, и они распространились очень широко по Западной Европе. И где-то вот, наверное, в Испании, Франции, Германии, а попозже Нидерланды. Вот в этих странах, Италия, конечно же, да, Италия в первую очередь даже, пожалуй. Вот там вот эти органы, их строили все больше и больше. Правда, только в XIV веке была изобретена педаль, то есть вот ножная клавиатура только в XIV веке. И органы были, естественно, разных размеров. Были такие маленькие переносные органы, позитивы их называли. И там можно было качать вот этот воздух просто даже, пожалуй, одной рукой, знаете, вот типа шарманки что-то. А потом, значит, когда становилось все больше и больше вся эта конструкция, и электричество еще не существовало, то, конечно же, органисту нужны были помощники. Значит, сначала это были помощники, которые качали ручные меха, а потом эти меха уже стали еще более большими, и они стали ножными, и то есть прямо вот ногами, как в спортзале в хорошем. Тогда вот требовались обязательно органисту такие два помощника, или один как минимум. Кстати, в церкви, которая называется Литтойстен, да, Литтойстенкирко, там можно найти еще и сейчас существуют ножные меха, которые вы можете при желании даже покачать. То есть если там вдруг электричества не будет, органист может с помощью вот какого-то еще, с помощью какого-то человека все-таки играть на этом органе, потому что там существуют вот еще такие старинные меха. Но с тех пор, как было изобретено электричество и электрические насосы, жизнь органистов значительно облегчилась, и уже с тех пор, в общем-то, не представляет никакой такой особой задачи прийти и позаниматься когда угодно. Золотой век органа, скажем так, приходится на конец 17-го, начало 18 века и на 18 век. В то время существовали две очень известные в Германии династии. И одна из них была династия Зильберманов, то есть органостроителей, которые строили в своем мастерстве, они, в общем-то, так отточили свое мастерство, что органы их звучали, ну, просто превосходно. Чуть попозже, веком попозже, в 19 уже веке, был такой французский, в общем-то,
Он был тоже и органист, и органостроитель, можно сказать, новатор, опять же, который изобрел уже очень мощнейший орган, который, в общем-то, напоминал уже своим звучанием на самом деле симфонический оркестр. Имя его Кавалье Коль. А в конце 19-го и начале 20-го, конечно же, техника пошла вперед, таким образом, что мы получили уже электрические органы. И еще, в общем-то, было такое изобретение сделано, как компьютер, и в то же время компьютеры стали устанавливать на органах. Этот компьютер, он позволяет органисту внести в память, в общем-то, очень большое количество регистровок, и поэтому, когда органист сам играет без помощника, например, на богослужении или на концерте на каком-то, и когда ему нужно вдруг быстренько поменять регистровку, он просто одним движением, одной кнопочкой может это сделать. Но вот, к сожалению, у нас этот орган, который сейчас здесь у нас, это механический полностью орган, который имеет небольшое количество на самом деле регистров, и здесь нету такого пункта управления, такого компьютера. Да, про трубы еще можно сказать, что трубы у органа, ну, прям могут быть от нескольких сантиметров, даже меньше сантиметра, где-то я видела, и больше 10 метров длиной. В основном трубы делаются из сплава свинца и олова. Есть также деревянные трубы. Вот здесь, к сожалению, не видно нам деревянных труб. Они, пожалуй, все здесь в основном сделаны как раз из металла. Если вы будете находиться когда-то в церкви Святого Михаила, то там стоит, опять же, посмотреть на орган. И иногда там бывают даже экскурсии. Марко Хаканта проводит там концерты, и после концертов имеется как раз небольшое объяснение про орган, небольшая экскурсия. И там как раз-таки такого рода орган, в который можно даже войти вовнутрь. То есть вот это, я думаю, было бы тоже интересно посмотреть, а что там внутри. А внутри там, конечно, царство, в общем-то, можно сказать, из труб. И как раз вот эти разнообразные трубы, там их можно увидеть. И когда вот такое расположение труб, то есть когда органист может близко к ним подойти, ему очень удобно их настраивать, потому что иногда, конечно, орган приходится настраивать. Ну вот есть вот такие вот различные приспособления, в общем-то, металлическая палочка, и вот ей как раз ударяют по крючочку, который подпирает язычок. Но, пожалуй, это очень трудно объяснить без наглядного пособия, поэтому мы, наверное, не будем в это углубляться. Вот. Но если у вас будут какие-то вопросы, или вот какие-то вдруг появились у вас во время рассказа какие-то вопросы, то я буду очень рада ответить на них. Вы можете написать потом в комментариях. Всего хорошего! Кстати, использую такие затычки, беруши, которые полностью из звука удаляют 15%. То есть вот когда у нас такое большое количество регистров мы используем, то лучше поберечь свои уши. Это для этого.